Активный отдых на лоне природы с получением полезных знаний. Более 200 детей отдыхают в детском оздоровительном лагере «Жемчужина Кавказа» в Тиберде. На протяжении всей смены здесь для детей проводятся различные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. О том, как проходят летние каникулы школьников, узнавал Алихан Лепшоков. Мы создали все условия для комфортного отдыха наших детей. Здесь ребята могут принять участие в спортивных играх и посещать живописнейшие места города-курорта Тиберды. Лагерь для ребенка – это прежде всего смена обстановки и возможность провести с пользой свои летние каникулы. Мы принимаем участие в различных походах и в увлекательных культурно-развлекательных мероприятиях, отмечают отдыхающие. Мы поехали сначала, потом нас высадили около горы, мы поднялись, там был мост такой. Ну, половина ходила, потому что там тесно было, чтобы не упасть, а другая половина ждала, когда те спустятся. И так мы по очереди все поднялись, ну и посмотрели на водопад. Мне больше всего понравилось открытие лагеря, когда был большой костер и фейерверк. И еще мне понравились Олимпийские игры, когда мы играли в футбол и волейбол. Я лично участвовал в большинстве конкурсов тут, участвовал в каких-то танцах. Ну, тоже ездил на всякие экспедиции. Ну, да, можно и так сказать, в Донбай ездил. Видел много чего. А здесь ребята готовятся к конкурсу «Костюм индейца». Они своими руками создают головные уборы из картона и разноцветной бумаги. Помимо этого, дети приняли участие во флешмобе, организованном воспитателями. Также в детском оздоровительном лагере «Жемчужина Кавказа» для ребят проводят чемпионаты по шахматам и шашкам. Я приезжаю сюда уже второй год подряд, мне здесь очень сильно нравится, мы все всегда делаем сообща, и все очень здесь дружны. Мы уже побывали в музее Ислама Кримшамхалова, ездили на водопад Шумка, также мы посетили уже Донбай, где мы катались на канатках. Также у нас здесь проводится много разных интересных мероприятий и соревнований. Сегодня мы готовимся, у нас тема к вечерке, индейцы. Мы делаем для вождей шляпы, дальше мы будем делать платье для девушек. Мы следим за тем, чтобы дети ни в чем не нуждались, и стараемся разнообразить их отдых, отмечают работники детского оздоровительного лагеря «Жемчужина Кавказа». Именно от правильного досуга зависит здоровье детей, и поэтому мы чередуем образовательно-познавательную часть нашей программы с активными играми. Условия у нас замечательные. Проживание отличное. В каждом номере есть санузел, все такое, как у себя дома, например. Столовая отлично работает, пятиразовое питание у нас. Повара отлично готовят, домашняя продукция просто так. Совсем скоро закрытие лагерной смены, а дети так и не хотят уезжать. Но покидая место отдыха, каждый из них унесет с собой яркие воспоминания и полезные знания. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия, Тиберда.